Название проекта «Открывая возможности» – первый городской коворкинг для особенных детей и подростков. Осуществляется проект при поддержке фонда президентских грантов. Здесь, в ресурсном центре «Аватар», созданы и оборудованы столярная и керамическая мастерские. Здесь мы занимаемся гончарным делом. То есть гончарное дело вот у нас представлено. Сейчас я сижу за кругом и из глины, из комочка глины пытаюсь сделать какое-то изделие. То есть за счет центробежной силы. Собственно, здесь мы обучаем детей этому делу, как бы этой профессии, ремеслу, очень древнему ремеслу. Помимо этого, учимся лепить просто из глины, как бы обычные поделки, фигурки, развиваем моторику, то есть какое-то это очень полезное для здоровья, вообще для развития. Я хотел научиться лепить кружку, чтобы я из глины лепил. И чтобы я гончарный круг держал руками. И еще внутри хотел держать. Ну, тебе это нравится? Нравится. Хочу лепить, потому что это очень интересно. Советую всем. И... Угу. Ну, почему интересно вот именно лепить? И что тебя привлекает? Меня привлекают всякие инструменты, круги, то есть вазы. Это очень красиво получается, то есть черепашки, жирафики всякие, рыбки. И фигуры можно лепить динозавриков, кого-то еще из животных, может, насекомых. Для детей также организованы курсы собаководства, ветеринарии и ландшафтного дизайна. Обучение началось в июле и продлится ровно год. Есть и первые успехи. На фермерском фестивале уже были реализованы изделия из керамики, а некоторые торговые компании заказывают здесь мебель, столы, стулья и табуреты. Всего обучается в центре около 100 детей. Мы хотим, чтобы наши дети, подопечные, с особенностями развития, с заболеваниями определенными, имели возможность зарабатывать на свою жизнь в будущем. Мы даем им ремесло в руки. В частности, вот, занимаясь керамикой, занимаясь гончарным делом, ребенок может изготовить что-то, что может в дальнейшем продать. Мы это ставим на первое место. В ближайших планах у организаторов разработка рекламной стратегии. Ну а все желающие уже сейчас могут приобрести изделия из керамики, так и предметы мебели в центре «Аватар». Расположен он на улице Революции 1905 года в здании фонда «Здоровье Бурятии». Дмитрий Гамбоев и Жаргал Цариндашиев. Новости дня.